Всем привет! Ну что ж, решил еще раз показать вам, как отмываются монеты Proof. Ну, постараюсь снять уже чуть-чуть получше, чтобы люди немножко увидели, что я делаю. Значит, вот чемпионат мира по футболу, это Евро-2012. Она вот в патине, специально рядом показываю в идеале монетку, чтобы видно было отличие в цвете этих монет. То есть вот здесь получается на этом чемпионате там лопнутая капсула, и из-за этого монета потемнела. Я ее купил из-за этого состояния, ну, где-то годика два назад, наверное, гораздо дешевле, чем реально ее рыночная стоимость. Ну, пришло время поднять цену этой монетки и продать ее немножко дороже. Ну, или как минимум, если надо продать, то чтобы она реально продалась. Потому что, ну, такая, какой смысл ее покупать, если есть монеты, допустим, получше, да, у вас монета там выглядит непрезентабельно. Значит, нам нужны капсулы НБУ, они свободно продавались под диаметр, получается 5 гривен. Вот она, и средство для очистки серебра. Сейчас покажу, как это делается. Значит, нам еще для этого понадобится пинцет. Вот, моющее средство для серебра, еще раз покажу. И мыло. Состояние идентичное рядом монете. Она стала зеркальная. Все у нее красиво. Вот сейчас оденем капсулу новенькую. Ну все, монетка в идеале. Ни капли, ни патины, ничего. Цвет 100%. Вот ее зеркало. Вот такой способ для восстановления. Знаете, как можно заработать немножко больше денег.